yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Ребят, всем привет! Сегодня мы на дрифте. Разогнался. Сегодня у нас проходит второй день чемпионата по дрифту. Вчера был тренировочный день, а сегодня у нас будут постановы в 100 км в час и на 170 км в час. То есть сейчас идет первый этап уже конкретно соревнования. То есть ребята ставятся в сотки. Сейчас у нас заезды, ребята, топ-16 Эстонии, а потом будет топ-32 по всей Прибалтике, которые ребята собрались, приехали отовсюду. Здесь даже с Нидерландов кто-то есть. Так что внимание на трек, сейчас будет дым. Сейчас развлекается наше эстонское дрифт-такси. Говорят, топ-16 скромный. А денег-то мало у нас народу. Кто что построил, тот на том и ездит. Опа-опа. Пацаны, вообще ребята едут. Ой! Меня засыпало вообще. Офигительно. Да. Ага. Меня вроде не задело. До меня долетело. Нормально, за уши. За уши немножко получил. Ну вот это вот с колес поналетело. Красиво. Отвалил бампер. Дядька, опа, следующий, поехали. Такс. Такс. Бляха. Ты смотри, а чуть не уработался. А тот пошел хорошо. Вот березка русская стоит посреди эстонского поля. Красивая. А мы с Лехой идем на новую точку. На нас, правда, косо смотрят уже. Типа, это наша точка. Главное не мешать. Надо за ним туда встать, чтобы... Угу. Травка зеленеет. Солнышко блестит. Рядом с Бэхой. Весело дрифтит. Так, кто кого? Оранжевенький или зелененький? Расшарахались бы уже. Хоть что-то интересное было бы. Дрифт-такси опять пошпарило, кого-то несет там. Кем-то несется.
кто-то обосрется. Не, круто, конечно. Ку-ку. А вот, ребята, и наше дрифт-такси приехало. Сейчас ей будут менять колесики, потому что они уже потратили 2 комплекта. Сегодня проезд в день мероприятия стоит 30 евро с носа. Но мы, конечно же, на ней не поедем, потому что это все равно дорого. Мы можем просто посмотреть и покажем вам вообще это дрифт-такси, из чего оно состоит и вообще, что у нас сегодня за тачки здесь. Погнали. Вот так вот, ребят, здесь можно проехать втроем. Сегодня... Че? Все окей. Короче, бэха, пятера. 30 евросов с носа. 3 человека могут сразу здесь участвовать. Каркас безопасности, она чисто четырехместная. С прикольные темки для дверей. Они просто насаживаются, как на петли. Хоп, закрыл. И погнали, ребята. Комплект уже схаван. Пойдемте дальше посмотрим, что у нас есть. Кто-то у нас на Вольве еще приехал, прикольный. Причем она на полусликах. Не уверен, что она дрифтит, но тачка классная. А, кстати, что за мотор? Глянем сейчас на секунду. Колеса на дрифт-такси сегодня разлетаются, как фисташки, вон, одни за одними. Сейчас узнаем, что за мотор вообще. Так, ради интереса. Все равно мы на ней не поедем. Дорого. Оп, техника безопасности. Дрынь. Народ готов уже получать свою дозу адреналина. Плюс 30, жара сегодня, это капец. Сейчас обгореть можно. Пойду спрошу, что за движ. Нелли-нелли турбо. А, нелли-нелли турбо это. Короче, 4-4 турбовый. Я думаю, сил на 500-600. Турбас там по-любому не маленький. Было бы 4-8, поехали бы, а так что там? На овощи кататься. Вот у нас тут троечка. Причем троечка компакт. Это же какая тройка, это копейка вообще. Что за движ, непонятно. Оформлено стандартно. 34-ка, фейслифтовая, 36-я. Но это наши местные ребята. Сейчас у нас начинаются уже по Прибалтике профессионалы. Они в районе 170 км в час будут становиться в угол. Вот это будет интересно. Сейчас пойдем туда смотреть. Прикольно. Такие мероприятия, конечно, очень хороший шанс какую-то свою фирму пропиарить. Спонсоры, подхватить спонсоров, поураганить. Вот, кстати, глянь на секунду. Народ уже так мощно на пределах. 2 раза скорость больше получается. Форд Корвет? Нет. Блин, что это? А я не знаю, у него ЛТ или что? ЛТ. Там все написано, там. А, батон. Мне форсунки нравятся. На той бэхе, то, что мы сейчас стояли, 5.3 мотора, рейнблок.
что-то американская какая-то мускульная тема. Компрессор и Атом ТВС 1900. Не знаю, что это значит. Наверное, что-то мощное. И 1700 кубиков Bosch форсунки. Вот это моща. Ну и понятно, на E85 топливе она работает. Будем двигаться потихоньку к Аудюхе. Аудюха наша местная, заядлая, на всех рейсах, везде, по-моему, она постоянно у нас присутствует. Заднеприводная, кстати, ну понятно, в дрифте. Реклама джипа. Покупайте. Покупайте джип. Вот ребята очень такие симпатичные, мне проекты понравились. Более-менее аккуратные. Некоторые такие, знаете, топором рубленые, а вот эти вроде даже так ровненько, красиво, на дисках. По-моему, только мы единственные, кто сегодня вообще здесь что-то вот так снимает, ходит. Прикольно. Бабла здесь, конечно, в многие тачки впихано так хорошо. На дросселях как будто так прям вообще симпатично смотрится. Эффектно. Кстати, там Волга дрифтерская. Сейчас офигеете вообще. 24.0. Что-то там. 24.02. О, нифига себе, опелек, смотри какой. Это манта, по-моему, старая манта. Дрифт-тим. Вот так. Да, она стоковая. Конечно, она не дрифтит. Но зато Волга. Кто-то на Мазерати приехал. Опа. Нифига себе, МГшный мотор в бэхе. Прикол. Что, круто, да? 5,5 в тридцаточку на тебе, на компрессоре. Так, ребят, сейчас у нас Baltic Pro 32, ребята становятся в постанову на 170 км/ч, очень агрессивно едут, разлетается трава, все подряд, смотрим. Мы пробрались на свой угол. Очень прикольное место. Здесь стоим очень близко к тачкам. Я надеюсь, что-нибудь произойдет такое, я такая. А то скучно. Наблюдаем за тачками дальше. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream.
Сейчас там награждение. Пойдемте посмотрим, кто победил, потому что я вообще не шарю, кто там участвовал даже. Вон там ребята, победившие. Пойдемте. Марко, вальмись. Я. Alustame kallist. Alustame kallist. Kalli võitja. Proam klassis. Trumi põri ka peab lagin. Sander Saar. Про классе Сандер Сар победил. Вот он, дядька. Девчонки, а какое место, а какой кубок ему давать? Что делать? Кто этот парень? Поздравляю, короче, я здесь так просто. О, опять он? А как это? Nemsis jahtab täna, lepime neljanda kohaga. Nii on, nii on. Aga siia poole, siin on vist natuke rohkem. Ja... Taroja mees. Ei, seda ma tõesti ei ole. Ma ei ole seda, et kõige ära võidab selle üritse täna. Ja... Kuhu sa läheb? No kus läheb? Kuhu sa läheb esimene koht? Keskele, ikka keskele. Esimene koht jääb keskele, teine koht talle kõrvale ja jagate ära, saad hakkab küll suuret põsi. Tarroja mies on parne. Reegina on jah, kolmas positsioon. Margus Kalja! Margus Kalja, oot on čempioon idiot. Turnid sõidud siis tehtud Margus Kaljal. Hrašo jehal, govorit. Kaljal algas top 8 kohe edasi pääs ilma vastaseta. Seal Что, ребята, вы такие молодцы, а что вы делали? Ну что? На-на. Вот тебе на, за шиворот. Аккуратно. Я вот сейчас как открою. Как открою. О. Аплодисменты, мои топ-3 тебе есть. Kults ja Sirba võitlesid väga kõvasti külg külje kõrval. Üks tegi spinni, teisel läks otse, kolmandal tuli rehk maha, palju poleemika. Mihkile. And that means that Benedita Sirba took the qualification win and takes the overall win of Pro Class 2019. Первое место, Pro-класс 2019. Юрка Миркопойка победил. Все, спасибо, до свидания. Все молодцы, кто был здесь. Бухните шампусика. Вот, на,